Добрый день, скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Да, интересно. Ой, добрый день, ребята! Всем добрый день! Шунечка, здравствуй! Привет! Мы такой фонтан сейчас устроили. Включили воду на полную мощность и стали брызгаться. Брызгаться? Ага. Ой, Шунечка, посмотри, я не мокрый, а? Да, Зубок, тебе нужно привести себя в порядок, а то скоро придет дядя Юра. Да я в порядке, пошли играть, а? Большие брызги – лучшая игра. Простые правила, они для всех понятны. Водой обрызгать, прокричать «Ура!» С утра до вечера играть в нее занятно. Так, кто водопроводный кран не закрыл? Хорошо, я вовремя успел. Воду собрал. Не так много натекло. Ой, дядя Юр, простите меня, это я, наверное. Мы такую интересную игру придумали. Называется «Большие брызги». Зубок, ну ты же чуть весь дом не затопил. Да, это могло случиться. А я вам скажу, это очень неприятная проблема. Ой. Да и главное, что воду вообще нужно беречь, потому что ее очень мало. Дядя Юр, вы же сами говорили, что наша земля почти вся покрыта водой. Ну да, это верно, верно, конечно. Но дело в том, что в основном это соленая вода. Морей, океанов, вот. А та, которая нужна людям, животным, растениям, пресная, вот ее-то очень мало. Как это? Да. Ну, вот если представить, что всю воду на земле можно собрать в 100 ведрах, то представьте себе, пресной воды было бы всего 2 ведра. Всего 2? На целых 100? Да-да, и поэтому мы, конечно же, пресную воду должны очень и очень беречь. Да. Откуда же она к нам течет, пресная вода, а, дядя Юр? Из рек, родников. А вот самая настоящая сокровищница пресной воды – это озеро Байкал. Оно такое красивое, и вообще места эти удивительно красивые. Ах, хотите, мы сейчас отправимся туда в путешествие? Ой, конечно, конечно да? Хотим! Отлично, тогда полетели. Самолет, мой самолет, ты лети, лети вперед. Над лесами, городами, океанами, морями. Покажи нам 100 чудес. Их увидишь, Шишкин лес, чтоб исполнились мечты, чтоб дружили я и ты. Ты возьми на всех полет наш веселый самолет. Ты возьми на всех полет наш веселый самолет. Ой, смотрите, смотрите, что это, а? Это и есть самое древнее озеро на Земле – Байкал. Космонавты видят его даже из космоса. Ух ты, красивое! А давайте спустимся поближе. Пожалуйста. В Байкале самые большие запасы пресной воды на Земле. Озеро считается заповедником. Здесь суровая погода, поэтому почти полгода озеро Байкал сковано льдами. Иногда толщина этого льда больше метра. О, вот это да! Эх, жаль, что мы на самолете. Интересно было посмотреть, что там на дне Байкала происходит. Это легко сделать, Зубок. Вода в озере Байкал такая чистая, что видно дно на несколько десятков метров. Да вы сами присмотритесь. О, удивительно! Ой! А это кто проплыл? Шунечка, это уникальное животное. Пресноводный тюлень. Байкальская нерпа. Этих животных больше нигде нельзя встретить, только здесь. Обычно-то тюлени живут в холодных, северных, соленых морях. Ой, а это что? Где? А вон, вон, похоже на сказочную траву. Это не трава, это животные, которых называют губками. Они удивительны тем, что всю жизнь проводят на одном месте, а питаются водой, которую пропускают через себя, оставляя в организме питательные вещества.
Раньше ученые считали, что губки живут только на дне океанов и морей, но оказывается, их много и на дне озера Байкал. Как же все это удивительно и красиво! А откуда в Байкале берется вода, а, дядя Юр? В Байкал впадает более 300 рек и подземных ручейков. Все они несут пресную воду и дают жизнь удивительной природе этого озера. Байкал, как огромная чаша с водой. Для птиц и животных в любой месяц года. Любуйтесь, ребята, его красотой. Старайтесь беречь, что дала нам природа. Ну что ж, нам пора возвращаться. Ну вот. Ой, значит, если мы не будем воду беречь, то постепенно все реки могут пересохнуть. Да? И даже озеро Байкал. Да, я, честно говоря, очень не хотел бы, чтобы когда-нибудь такое могло произойти. И я не хочу. И я больше никогда не буду водой баловаться. И буду ее беречь. Молодец, вот и хорошо. Ну, а теперь пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. И храни вас Господь.